Приветствую, друзья. Вот мне тут как раз задали вопрос, чем лично я пользуюсь, что я в нашей компании попробовал. Но знаете, вот все, что внутрь, я попробовал все, абсолютно все. А то, что вот, ну, мазать, крема, у меня жена с дочкой, они этим всем пользуются. Ну, что-то на себя я тоже попробовал. Я просто бывший шахтер, раньше работал в шахте, и, как говорится, даже, ну, кремами ничем не пользовался. Мылом в основном после работы. Ну, это. А сейчас вот в этой компании я вот продукцией пользуюсь. У нас есть вот то, что покупаем, что хватает до, ну, закупки, ну, после того, как закупил, использовать. Потом немножко какой-то перерыв получается, потому что ее не хватает на месяц, на всех. Ну, приходится даже иногда больше покупать или наборами брать. Вот тогда более выгодно. А так, в принципе, все попробовал. Ну, вот хочу, раз так уже такая тема появилась, думаю, буду показывать, что конкретно у нас есть. Вот это вот резерв называется. Этой продукции мы пользуемся, ну, как для укрепления иммунитета. Мы каждый день ее употребляем по пакетику. Здесь написано вот 1-2. Надо в день употреблять. Из чего состоит? Кстати, тоже задают вопросы. Вот резерв, вкуснейшая диетическая добавка, которая содержит ресвератрол, ягоды асаи, гранат, черешню, виноградный сок, экстракт зеленого чая, виноградные косточки, алоэ вера. Ну, это вот как состав. А так употребляется довольно-таки просто. Берется вот так вот. Раз. Это гель такой. И довольно-таки вкусное. Вы знаете это. Так что захотите, попробуйте. Прямо тут написано, для чего это. Я зачитывать не буду. Если захотите ознакомиться, я думаю, там даже много роликов в интернете есть. С вами был на связи Виктор Кожанов. Удачи всем. Желаю всем здоровья. Вот мы укрепляем иммунитет. И вы давайте.